на комп. Да, скиньтесь, пожалуйста, и там главному кому? Комментатору. Егише. Питание по рубчику. Так не-не-не. Там лучше уже даже Егише тогда компульсор. Чем мне. Она блокнула. Это мы там станок подарим. Либо. Пацан, давайте с ним подарим его этот. Как его назвать? Воск для эпиляции. Они его не видели. Они его не видели бородатым. Не нужно это. Яра, надо прикрепить фоточку к нам, там, где висит этот. Карта. На карту надо повесить этот фотку Егише. Я думаю, он не согласится. Нужно спросить у него разрешение, а то в суд подаст все дела. Обойдется. О, опять забанили имба спирита. А почему его так банят часто-то, кстати? Он сейчас слабенький. После нескольких турнирных игр с двумя Батлфуриями, Дайдалусом и прочей хиней, где он вторым скиллом проспавливает и срубает половину хп с любого героя. А почему нельзя взять против него ЦМ-ку и взять против него... Не поможет. Он сквозь ЦМ-ку, опять же, он же ему же не нужен. Второй скилл не пробегает. Это скилл. Есть. Кто стоит в... Не, я понял. Через огненную землю, как в этого, как в Дума. Он не бегает. Но он стоит на месте, правильно. Так он просто исчезает, стоя в ЦМ-ке, и начинает прыгать по всем по радиусу. Или плотно отбивается. А если его успеть заморозить? А какая разница? Он... Сквозь ЦМ-ки на заворотку заморозку можно юзать скиллы. Когда ты заморажишь, не, он не прыгает. Можно юзать скиллы. Когда ты вторым скиллом заморажишь ЦМ-ку, ну ЦМ-ка замораживает. Ну с кем ты споришь? Я тебе потом в трене покажу. Я сейчас загуглю где-то. Где ты загуглишь? Я тебе потом в тренировке покажу. Хорошо, ну давай. Тем временем аппарат иду в бане у нас. Первым пиком. Зеленый глазастый Рубик. Местный наркоман магический. Да, кстати. Который имеет, изначально показывает только 3 кнопки, хотя он имеет аж 4 их, да не 5 даже, да? Кстати, да, почему не показывают ульту Рубика? Сдибнись пассивно, сдибнись пассивно. Ха, прикольно. Volvo fix it, please. Не, ну бывает такое, сейчас первый бан идет. Кто это будет, саппорт либо кей? А даже 2 пика сразу идет. Да. Опа-на. Резервное время. Задумались, ребята, ну, понимают, что им могут надавать по шапке вторую игру. Берем баншу, банши Рубик воруют уль. В ответочку. Мы сегодня это проходили в этом пабе. Ты когда ты успел? А, ты же выходной. Да я бегал, я тебе говорю, я вчера бегал вечером, вообще отбегал. Катку на здесь и такую Ярик, ты видел, реально. Я чуть тут не порвал. Я помню вчерашнюю катку на Зевсе, спасибо. Не, Яра, вот такую, я тебе говорю, тут просто цирк такой был, что... А меня Зевс перекупал, продавал все вещи, что можно было. И, как говорится, пацаны обнаглели, просто зашли один раз неудачно. И потом Свен просто снес все нафиг. Вам? Нет, наш Свен, у нас Свен был. Ну, будь жаль, я же говорю, посмотри конец игры, прикольно. Сегодняшняя на Бенше и вчерашняя на Зевсе. О, кстати, вот этот дурачок, как его? Дестройер. Дизраптор, снизу написано. Дизраптор. А я не вижу. Он же трал. Мне очки надо купить. И этот. Прикольный дядька, однако. Очень. Причем он... Бритву. Зря я чат открыл. Что там пишут? Ничего там не пишут. Кого убежает? О! Ты посмотри, кто поедет. Кентавр. Нет, не так. Кентавр. Вот так ты, значит, да? Так. Я кое-что забыл. Нужно отвязаться от компульсора. Привязаться? Отвязаться. А чё, че так на... Сейчас приду. Ага. Развлекайтесь пока с пиками. Radiant's ban.
10 seconds to go. 5 seconds. 5 seconds. Radiant's pick. Ten seconds to go. 5 seconds. Reserve time. Bristleback. Dyer's pick. Shadow Fiend. Radiant's pick. Ten seconds to go. 5 seconds. Reserve time. Silencer. Dyer's pick. Да ладно. Бристл. Сайленс. Сайленсер. А толку? Посмотрим. Дизраптор, по-моему, плохая затея. Зачем дизраптор, ульта на сало, плюс дымах, плюс ульта сайленс? Зачем? Смотри. Сейчас мы подумаем, ну, СФ то идет в мид, хорошо. Чудо портфель забыл. СФ идет в мид, да? Борис... соло стоит. Ну, эти втроем, конечно. Сейчас я тоже не понял. А если Винга как кэрри? Как вариант. Вот тебе возвраточка от дизраптора. Только насыпаться будет от кентавра. Так она не будет стоять против него. Ладно, как она будет сыпаться от него, когда будет на нем сайленс висеть? Он будет стоять в колечке от этого. Кстати... у нас после этих игр еще будут играть СБ против борщей, да, по-моему? Или не борщей, не помню. Я сейчас за пивом скажу и приду к тебе. А попробуй. Посмотрим. Кстати, ребята ники такие попридумали, я только тебя не было. Тебе, кстати, в лом стало, да, Ctrl классать? А чё Ctrl? Я кнопочку идёт зажал и все. И говорю все время. Могу классать. Не-не-не-не-не, не очень. Ну да, я думаю, так поприятнее будет. Не-не, я настройки оставил, просто кнопку зажал пальцем. Я тебе о чем говорю. О. Ну вот, чтобы спрятаться. Вот, мам. Вот и спрятаться. Вот так вот мы прячемся, выходим и бьем по голове. Ты прочти ники всех. Вот пытался нормально прочесть, и ничего не получилось нормального. Кавай. Вот второй ник капитана, прочти. Дир... Лэри. Дир... Лари. Не поймешь, а...
10 seconds to go. 5 seconds. Radiant's pick. Тут у меня врывы в комнату жесткие. Я тебе говорю, ты слышал, не? Не? Ник, я прощаю ребят, которые в одной и во второй команде. Вот, вот, я хотел задать им вопросы. Чё как что означает, однако? Кавай. Такого слова даже Google не ищет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ник, бой, твоя любимая имя. Кавай — это японское. Расскажу. Милость или как-то так. Мило, по-моему. Ага, что-то типа понял. Связанное с Милом. Ребята долго сидят в угле, ищут все. Не-не-не-не-не. Чё не просто Иван, да? Иван В, да, нормально. Иван В. Вполне нормально, Just Art. Блин. Тоже ребята с хорошими никами есть, не в одной, да. Димася, да? А, Димася — это тоже команды. Инцегари, да? Там, понятно, как где. Вот парень на Рубике. Тоже. Лёцик, да? Угу. Лёцик. Лёцик, Лёлик, Болик, Лёцик тоже туда же все. Ой, а чё я зрителем стал? Ты был зрителем. Доброе утро. А раньше не писала. Чё я зритель? Ты же что там накладывал, Ярик? Ты меня оскорбляешь. Seconds to go. Боже, а так нормально, понял, надо писать на общий чат. Боже мой, я забыл микрофон выключить. Беда. Итак, ладно. Сижу так плотно, чавкаю, нормально. Никто тебя не слышал, даже я. Я тебе сказал, что ты чавкаешь. Итак, кто где стоит? Трипла, Рубик, Рубик. А, даже... Ты видел, как СФ пошел? Да, на топ. Ай-яй-яй-яй, электричеством, ай-яй-яй-яй, а чё оно так бьется? Нашего комментатора убило током. Поэтому... Да только что как-то... Скидываем всем новый памятник. В запястье лупануло плотно. Мне больше интересно, кто будет стоять против кентавра. Против кентавра... твой любимый Иван Вехил, алхимик. Тут без вариантов. Кент... А, кентавр — отличный хардлайнер. Ему больше ничего не нужно. Я так нашел, прокачал. Алхимик, да, все правильно он сделал. Вот тебе, ребята. И все. Кентавр будет стоять. И не получать свой второй левел при толковом дестройере. А там на всю карту СФ кричит «Denied». Уже трех крипов добил, четверых. СФ? Да, СФ хорошенько собирает души. 3-1. Отвод. А. Мега-отвод и... одного крипа от Рубика. Лайки, босс. Хорош, так ему больше не надо, а теперь... В миде уже начались замесы. И зря. Что? Что будет? Ай, хорошо. Фестблад. Фестблад от Потмы на Саленс. На Сале. И мы его не пропустили? И мы его не пропустили. Ярик все заснял, Ярик все умеет. Так, что у нас снизу? Дизраптор снова выходит. По-моему, дизраптор по лицу получает от пассивы больше, чем наносит дамага. Я тоже согласен. Причем, когда он получает пассивы, его начинают бить еще вдогонку крипы. Там прикол в чем? Дизраптору достаточно просто замахнуться на кентавра, а кентавр уже даст ему пассивы. То есть дизраптор, если через эсочку немножечко по этот... О, привет! Привет, братюня. Можно было давать стан и спокойненько его кушать. 58 и одна тысячка, ну сейчас... 30 она там. Какие 30? Было 58, стало 210. Он с кулака ударил. А с кулака? А, ну 58, да, правильно, 60 с кулака. Вот, а если возвратом, он где-то на 35-36 лупит. Сколько там?
16 силы и 26% от его силы. То есть, да, где-то так. На 30-ку лупасит. Блин, опять что-то не получается как-то. Неправильно, кентавра, вот оп. Лавинга. Так, что-то они не просекли этот. Подожди, пис. А сама теряет хп. Да. Нормально. Да, кентавра бить бесполезно, когда он вкачал первым скиллом пассиву. Да. Так, в миде что у нас? А в миде что? Не рано ушла. Не надо, кстати, бита, если бы пришла сейчас Кинга, дожила бы по щам. Нет. Уже поздно. А не, уже поздно, вот смотри. Лип сейчас. Пришлось, да, юзнуть немножечко. Лип, чтобы избежать. И снова умирает? Нет, не факт, не факт. Умирает? Нет, не факт. Умирает, он сейчас побежит на руну. Умный нет. Не побежал на руну, значит не умирает. Я думал, он за руной побежит и получил бы стрелу прямо в холодешку. Да, да, стрелу, да, получил. Что у нас СФ? СФ 14 душ наимел. В принципе, вполне даже неплохо. Пристал качает один раз, вкачал пассиву. В принципе, в спину СФ не страшен. Вот посмотри на... Да, Рубик. Саппорты, да. Рубик, Рубик царь. Рубик царь. Двойные отходы, okay. Как положено. Он там успевает, и там успевает. Причем, вот только что-то не успел. Куда он пойдет? А, да, просто у команды СБ очень-очень-очень-очень потные саппорты. Это было заметно еще по первой игре. Сделал. Уже преимущество у них по XP на 2000 и по голде на 1000. За 4 минуты. Ничего не сделали, просто фармил. Не-не-не, не фарм, а мы сейчас включим ценность героя. Где ценность героя у нас? Включи мне. А, вот скушай золото, 14 алхимик. Ну, алхимик, в принципе, тоже неплохо фармит. Будет выходить, правда, на мидас, но это так. Так, ловят по тму. Подожди, как ловят? Ставили ее в кольцо. Она убивает. По тма еще успела убить дизраптора, да, но и сама при этом думает едет. Убегает. Нет, да, убежала. Я не заметил, что у нее уже есть шестой. Вот замечательно. Но взяла она на, а взяла она на дизраптора. Только не понимаю, куда она побежала. А. Пусть бежит, все правильно она делает. А у нее нет телепорта. Сейчас ее, конечно, может... Ой, ой, хорошо! А, так, куру. Увидели? Отличный лип. Лип на кого? На вингу? А заберет? Зря? Нет, не зря. Не. Ну, отлично, забирает еще вингу. Возле тир второго. Нет, не засейвил. Долго. И когда она на первых уровнях, там же нее нету. Второй этот, кольцо второе. Так долго кольцо... Держит. Не в кольце проблема. 3 секунды. Так ее тавр. 3 секунды. Да. Тавр просто слишком больно наламывает. Ну, 4... Даже... 3 она... секунды, 4 тычки, грубо говоря. Она бы все равно не успела бы бежать. В принципе, если б кентавр еще чуть-чуть... Ну, успела бы. Ну, прыгнуть у нее откат был. Виднее. Она же наверх как-то запрыгнула. В принципе, отличная игра от Мираны, сколько она уже? Троих забрала. В это время СФ. Да, СФ забрал Бристлбека. СФ через койлы тоже страшная штука, тем более, не знаю, не проверял, но подозрение на то, что койлы из-под земли, как бы, хоть они и направленные на территорию, да, они не нерфятся с спиной Бриста. Здесь опять отводы. Сложно будет хлопцам. И Брист опять побежал. Брист сам по себе противный, зараза. Кентавр чуть ли не разложил алхимика. Алхимик должен получить сейчас ульту. Да, должен юзнуть юзай. Вот. И мега отхил. В данный момент никакой кентавр ему, в принципе, ничего не сделает. Продолжает фарм. 40 секунд, чувак. Никуда не бегал, ничего не делал. За 40 секунд получил золото. Я только не пойму, зачем сопли не качает себе. А зачем, если у него подкреп вот споку? Сопли, смотри, на алхимике сопли качаются для чего? Минус дефа или фарма, если тебе с кулака не дают фармить. Если тебе дают с кулака фармить, можно спокойно идти в банку к тире копеечку. Так один можно с кулака. Алхимик качнуть хотя бы. Кого? Зачем? Смысла от одного нету. Так, забирают снова брисла, пропустили этот момент, да. Мы смотрим на алхимика, на кентавра. Я смотрел в миде. Миде вот, да, опять не успел, я начал смотреть. Потма собрала сало.
каким-то чудом. И сверху относится Таура. Некий товарищ Влад додає вас до свого списку друзів. Минус один Таур на 7 минуте. Нормально. Да, неплохо. И кентавр снизу против триплы себя очень даже хорошо чувствует. Ему в принципе сделать ничего не могут. Да, даже если его сейчас поймают, он просто смотри, пусть застанет. Пусть который мы играли недавно, да? Энигма со своими эдалонами, которые терпят под 5 ударов. СФ 100, 10 урона. Энигма 60. Зачем Эдута. Банишь? Кого банишь? Кого банишь? Ваниш, говорю. Так. Ага. Загангали только что дизраптора, кентавр с подмой. Будут забирать... Вот, все. Приехал алхимик. Главное, чтобы не переключились на этого. Нет. Он на радиусе вышки был. Тем более, крипы подошли. Так, в миде у нас опять замес, и падает сало. От СФа. Дизраптора, от, собственно, этой триплы стопа. Не знаешь, больше я попросил бы что сделать, Ярик. Как-то счет выводить. Как-то я не успеваю. У тебя есть Q, нажми. У меня на Q нет. Я имею в виду счет по игре, как бы Best of 3, а кто первый выиграл. А, да. Они сверху просто не поставили. Ну, обычно ребята ставят. Ничего, это не прогон. СБ одну уже победили, вторую они тоже как бы очень стремительно идут вперед на то, чтобы победить. И лови. Стрела поймала Брисла, в принципе, в спину. Он самый плохой герой, который ему поймал стрелу. Почему плохой? Потому что ему пофиг, он встал спиной, поймал ее, постоял и ушел. Когда у него вкачано всего лишь на один уровень, ничего не пофиг. Очень больно так. Фу-фу-фу, не люблю таких эсэфов, которые немножко... Ой, отличная стрела по венге. Хотя, я так понял, венга просто пришла немножко покурить в лесу, а тут ее встретили. А что, чем тебе эсэф не нравится? Эсэф нормальный, с барабанами. Эсэф, который включает ульт и, ульт и отменяет его сильно. Знаешь, это немножко по ушам бьет. Ой-ой-ой. Сделал ошибку дизраптор, подошел под тауэр, его забрали. Сало тоже помог по накатанной дизраптору. Ну, помог, да. Еще ни разу не было реализации блокхола. А тем временем кентавр покупает себе блинк. Да. Есть как блинк. Как говорит Вилла, первый блинк до 10 минуты. Нету. Первый блинк был у Энигмы давно, которая его еще, в принципе, так-то не реализовала, я тебе говорю. Я пропустил, прикинь. Кентавр просто купил второй блинк, и это будет мега врывы под фульту СФ, а под сайлансы. Давай считать, что в них бы не было блинка, потому как она в лесу фармилась. У них, кстати, блинк фармится очень быстро. Очень-очень быстро. Конечно, очень быстро. Хочешь, не хочешь. И помогают еще 4 человека, как минимум. А у него эталончики на 4 прокачаны, это эталончиков 6, да? Нет, их 6 в любом случае, там просто не, ну, насколько они сильны. Нормально. Так-то да. Длительность 35 секунд, 6 эталонов по 47 сурки. 6 у 4. Так, нормально. Будет падать тир первый снизу. В этом в это время Рубик девардит. Вот, алхимик. Что собирает алхимик? Не знаю что, но у него 1700 на кармане, ботинка нету, еле совается. В принципе, загангать его не представляет возможности. Точнее, не представляет сложности. Сейчас вся команда. И от стрелы он тоже, в принципе, не увернется. Так, вся что команда гейминг совается вместе. Нет, потому что по 2, по 3 человека. Один алхимик пытается что-то в лесу делать, но его поймала уже Мирана. А не, Мирана мимо пробежала. Снизу эдолончиками Энигма с помощью кентавра и Рубика забирает венгу, которая допустила опять же шип. А Рубик своровал шо? Кольцо. Клац. Замечательно. Рубик с кольцом, это плохо. И особо с Энигмой, да? А что им мидер не понравился? Кто? Димастый. Ну, немного не осилил Мирану. Вот она реализация Рубика. Второй, и вот отличный блокхол. Ай-яй-яй, ты видел? Телепортировал Рубика. Видел? Я предлагаю поставить лайк и подарить арку дизраптора за этот мув. Это реально стоило того. Ставь лайк и дари свою рарку. Блин, а как это сделать? Я даже ему сейчас вар подарил. Что, серьезно? Да, ты же смеешься. Рарный? Вар? Конечно. Да. У тебя есть? И ты подаришь? Конечно, не подарю, ты же смеешься. Все слышали?
Записано, и вот он его ник. Может, где он? Господи, нет, тут его ника нету. Я вам его загрузил, вот. Вот так вот. Вот он. Бджула. Сейчас профиль открою. Прозрачная ты шкура. Я знаю, где ты работаешь. Я тоже знаю, где ты работаешь. Ну ладно, божечка. В принципе, надо было начать с того, что... купить пару шмоток нормальных. И дарили вот такие прикольные штуки. Потому что... Мы об этом с Егише уже думали. В принципе, чтобы что-то дарить, нужно следить за каждой игрой. Но... нету возможности смотри, это делать. Возможности следить нет, но дело в том, что вот игру, которую комментируешь, допустим, вот это то, что только что сделал Дизраптор, Блэкхол как сбил красиво, но за это ему она может и не нужна, он ее на, где-то проиграет на PPP сайтах, да, там, не буду говорить, но чуваку приятно будет, прикольный шмот какой-то, да, даже на этого самого героя, да, хвост там какой-то. Потому что успел нажать, успел откинуть, и, грубо говоря, он спас двоих. Пускай их потом добили, ладно. Да. Ну, выпускает. Но спас, успел проигрывать. Да не успел, он довольно... Они уже почти до центра доползли. В принципе, там локал уже кончался. Там алхимик один стоял, что он медленно шел, ему там ХП было мало. Второй, я не помню, что там стоял. Он не живой. Не за что там давать. Вот если бы он сразу же там... Ну ты какой-то злой, реально. Так не за что, красивее. Ребята, у кого есть репорты, давайте, я там комментаторы все репорты. Да, Джуле. За то, что Рарки не хочет отдавать. Хочешь, отдавай. Да было бы побольше. Инициатива инициатора, ты знаешь. Я с удовольствием бы отдал просто. Я как предложил бы вам. Так, готовится команда СБ заходить на хайграунд. А что курицы у нас, ой-ой-ой, блин. А, там уже все, ГГ. Там походу идет. 4 девайса летят. Кому? Блэкхол? Клац, клац. Летел на шоссеху. И все. Да, ой, не ульты, все. Станы. Все просто влетает и гад. Да, у СФ из БКБ будет немного койлы. БКП только прилетела. Отличный тайминг. Я их кинул даже. Снизу. Ирана забрала Сайленс. Сава. Сайленс. Гем у кого? Ого. И Гема Иммортал у СФ, да, они его выбили недавно. И будут постепенно сбривать там на СФ. По сути, бесполезный Рубик. Ты видел только что, СФ получил... ГГ. СФ получил морду стан такой. Поднял лицо вверх, это надо просто посмотреть с камеры вот этой. А, Тауэр упал. Буду бить. Он тупо голову задрал вверх. Хорошие две игры, просто не знаю. Ребята из команды Aggressive Gaming были не в настроении. В прошлом году они, по-моему, довольно-таки неплохо отыгрывали. Что ж, будем надеяться, что не последняя с ними игра, да. Спасибо всем за просмотр. Будет следующая игра СБ против... короче, в общем, будет. Ожидайте. Стрим не вырубаю, возможно, через 10-15 минут все продолжится. Не, поиграли нормально.
Так, сейчас будет следующая игра команды СБ против Мама Борщ Варила. Вот как они мне подсказали. Все. Ожидаем пару минут. СЦЦВ. Ух ты как. Да. СБ они у нас зарегистрировали на нашем турнире. Все. Так, мне выписывают горы хейта по поводу того, кого мы стримили. Нужно было раму сгребать раньше. Не мои проблемы.